Уважаемые дамы и господа, это началось давным-давно. В славном городе Новохоперске, близ деревни Варварина, из года в год проводились рыцарские турниры, на которые приезжали самые отважные, честные, умелые рыцари из разных королевств. И вот однажды наследный король Юрий Куперман III решил взять в жены принцессу славного государства Калейдоскоп Александру. В честь этого здесь будет проводиться рыцарский турнир. Рыцарям будет предоставлена честь биться за меч и щит, которые нам привезла из славного города Новохоперска, близ деревни Варварина, сама мать-королева Юрия Купермана III Светлана. Рыцарский турнир объявляется открытым! Ура! Почтеннейшая публика! Сеньориты, сеньоры, леди и джентльмены, и, конечно же, ваше высочество, сегодня вы услышите и увидите историю о муже. Итак, это его достопочтеннейшее высочество, граф Серж Джан. Сэр Ромериус I фон Фридрих. Барон де Люльер. Боттемштейн, Ван Гроцен, рожденный Митей. Ричард Сэм Ведус фон Айхус. Приветствуем рыцаря Ильина Артуровича Флина. Года прекрасной даме. Сильно, как дерево рябина, твой взгляд колет меня, как ног пробина. Ведь ваша красота сравнится только со вселенной. Волшебник злой на поезд шел себе не торопясь, шел совсем не беспокоясь, что кругом и пыль и грязь. На дела дурные ловок шесть обидел малышей, шесть поставил мышеловок, чтоб поймалось шесть мышей. Ни один порвал учебник те, что волшебник издал, и, конечно, злой волшебник
на вокзал не опоздал. И, конечно, злой волшебник на вокзал не опоздал. Добрый тем же шел маршрутом, шел на поезд торопясь. Задержался на минуту, чтобы убрать и пыль и грязь. Он не мог смириться с фактом, что погибнут 6 мышей. Задержался, чтобы как-то успокоить малышей. И учебники, жалея те, что волшебник издал, он собрал их все и склеил, но на поезд опоздал. Он собрал их все и склеил, но на поезд опоздал. Двух дорог пересечения, перекресток двух судеб. Остановка на мгновенье, остановка на мгновенье, пять леса до степь. За свиданием расставание в мире так заведено, а потом воспоминание об исчезнувшем давно. Пока я раз не встречу.